Взрослая кукушка подкладывает свое яйцо в чужое гнездо. Кукушонок вылупляется из яйца раньше других птенцов, а затем в течение периода от 8 часов до 3-4 дней выбрасывает своих соседей из гнезда на землю или в воду, пока не останется один. Очень часто вытворяет он это прямо на глазах у чужих родителей. И потом вся еда и забота родителей тех птенцов, что выброшены из гнезда, достается только прожорливому кукушонку. Ему один день, он весит 2 грамма. И его первая миссия заключается в том, чтобы выбросить все остальные яйца из гнезда. Гнездо этой камышовки было захвачено, не зная того, она высидела маленького кукушонка. Захватчик так запрограммирован, что не успокоится, не завершив начатое. Отныне он один в гнезде и получит все внимание своих приемных родителей. Thank you.
Thank you.